Мама что, с тобой в шахматы играет? Ты что несешь? Зачем ты кувыркаешься, я так же не мог, а я? Меня жить по срокам, отец ты. Если помнишь, что время мы щукой поссорились. Короче, я не хочу это обсуждать, мне просто нужны деньги. Понятно. У меня есть встречное предложение. Какое? Мы у щуки спросим, кто отец. Серьезно? А давай. Только разговаривать с ним ты будешь, хорошо? Thank you.